Здравствуйте, это Николай Храмов. Сегодня 2 ноября 2020 года, и вы слушаете очередной выпуск подкаста «140 слов». Бедная моя Армения, нас предали и свои, и чужие. Поможет только Господь Всевышний. Читаю отчаянные слова на страницах некоторых армянских знакомых. Нет, дорогие мои друзья, Господь не поможет. И не только потому, что его нет, а потому что Господь не помогает погрязшим в гордыне. Помочь армянам смогут только они сами. Но для этого им придется пройти трудный и болезненный процесс самого настоящего национального переосмысления, подобный тому, который прошли немцы после 1945-го. Расстаться со смертоносными националистическими химерами прошлого века. Победить демонов этнической гордыни, отринув чувство превосходства по отношению к другим нациям и народам, прежде всего соседним. Перестать по-глупому косплеить Израиль с его Холокостом. Принять международно признанные границы, помириться с соседями. Стряхнуть с себя цепи, приковывающие вас к разлагающемуся трупу Российско-Советской империи. И превратиться в маленькую демократическую европейскую страну, члена НАТО и союзника той же Турции, став кандидатом на вступление в Европейский Союз. Это был Николай Храмов и очередной выпуск подкаста «140 слов». Вы можете слушать и читать этот и другие выпуски на моем сайте храмов.ру. Если вы хотите поддержать этот проект и получать все выпуски первым, присоединяйтесь ко мне на Патреоне www.patreon.com/храмов через KH или просто кликните на ссылку в описании. Услышимся!